А у нас уже утро. Собираемся в школу. Стасик ко второму уроку. Поэтому он у нас один. Все остальные уже ушли. Да? Да. Сейчас тебя отвезу в школу и поеду на работу. Рюкзак не забудь, да. Стасюля, бери мусор. Заодно вынесем мусор. И пошли. Вот пакетик. Папе шарик взять с собой. Ну, возьми шарик. Папа. Да пошли, одного тебе достаточно. И двери надо закрывать, потому что в вашей комнате крыса. Помнишь, мама, и беспорядок. Было очень холодно. Очень-очень холодно. И шарик лопает. Так да, конечно, шарик лопает. Лопается на морозе. Подожди, давай мусор сначала. А, ты хочешь шарик положить? Что, никак? Собирайся. Оп. Оп. Поехали. Продолжаются работы на пихе, а? Не знаю. Первая тележечка поедет сейчас. В мусор. Ой, чувствую, все повалится. Поехали. Поехали. Девочки и мальчики уже все пришли с садика и со школы, да? Да. Папа вас забрал, да? Да. Ясно. Хорошо все было? Да. Ясненько. Мальчишечки уже дурью маются. Что в школе, нормально все? Да. Спасибо. Что Стася у нас делает? Пульт ищешь? Пульт ищешь? Деспасито. Деспасито. Что ты кривляешься, да? Что еще хотела показать? Это... Что я сегодня буду делать? Ой, кошка убежала опять. Это я хочу сегодня посадить. Посадить огурчики. Я такую купила штучку для рассады. Сейчас положу туда землю и посажу вот такие огурчики. Я надеюсь, это они у нас вырастут. Только, правда, я еще не знаю, куда. На нашей территории это я сделаю, потому что теплицы у нас нету. Наверное, не будет. Это огурцы открытого грунта. Прямо так посажу, наверное, на грядочку, где-нибудь на солнечной стороне. Может быть, вот сюда. Или, может быть, с этой стороны где-то. Филища. Да? Птички поют. На улице хочется быть, а нельзя. Ты у нас домашняя кошка. Так что вот такие вот огурчики буду садить. Ну как птица завывает. Слышишь, Феля? Хочешь птичку поймать? Это тут поет. Ладно, пойдем домой. Домой тебя посажу и будем сажать огурчики сегодня. Иди. Кофту одели. Лопатку взяли. Самое главное, это лопатка. Фелиса, тебе сюда нельзя. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Видишь, как-то на улицу она хочет. Я теперь заядлый огородник. Теперь у меня есть лопатка. Взяла у Мии, повзаимствовала пока лопатку. Надо мне тоже огородные всякие причиндалы купить, лопатки.
грабельки, там не грабельки, тяпки, не тяпки. Все, открываем и кладем туда землю. Ой. Сколько их тут? Ох, их тут 3 штучки. Сколько у меня должно быть? Надо было посмотреть сначала, открыть семена и посмотреть, сколько там семян внутри. А здесь не написано случайно? Здесь ничего не написано. Здесь написано в открытый грунт в июне. А я хочу рассадой посадить. Ладно, наверное, сколько мне? 2 штучки хватит. Столько у меня огурцов, наверное, там не будет. Если что, посажу 2 в одну. Боюсь, что вообще кошка съест это все дело с землей. Или затопчет. Что-нибудь с этим сделает наша кошка. Огурчики посажены. А еще мы сегодня сходили. Одна знакомая отдавала мальчик, у нее вырос. И отдали нам свой старый велосипед. Вот зеленый стоит. Видно. Старенький, сиденье подряпанное, но кататься можно. Тем более, что парням не кататься. Тем более, они уже выросли со своих велосипедов. А этот велосипед чуть побольше, он там стоит. А это красные, синие, маленькие, Мии. Один Мии будет, а второй, наверное, увезем в деревню, тоже Мии. А это побольше колеса, так что теперь будет кататься. Надо только второй еще велосипед купить. Это мы хотели так сделать. Кучка исчезла. Увезли в 2 захода кучку. Скоро у нас здесь будет пусто и красиво. Урашечки, ура! Тепло, хорошо, солнышко светит, садится уже вечер. Сегодня очень было жарко. На солнце градусов 25, наверное, было. А в тени градусов 15. Уже все без курток ходят, без шапок тем более. Так что вот так вот. Скоро у нас газончик здесь вырастет. Красиво будет. Солнышко. Сейчас пока эта палатка у нас посередине. Потом сделаем террасу сбоку, наверное, вот здесь вот как раз продолжение вот этого нашего балкончика. Будет терраса. А эту палатку мы снимем. Так что вот так вот. Я ее только что ругала за то, что она выбегает, а ты с ней выходишь. Смотри, какая миленькая. Миленькая. Миленькая на улицу просится. Выбегает. Прибегает, прямо за очками. Завтра пойдем делать прививку, Фелиса. Последнюю прививку. Все, пойдем. Пойдем спать ложиться. Все, вечер уже. Пошли зубы чистить.